punk rock and Cobain is how we grew up. K-pop was insane, I was such a screw up. The 90s held such better times. Weezer, Blink, Rage Against... Ну тут прям совсем мини такая миниатюра, мини-дорама, называется «Тэхён в туалете», друзья, давайте посмотрим. Ха-ха-ха, нормально стоит такой. Извините, ты кто? Извините, что это было? Я обознался. Не, ну слушайте, это жестко, по-моему. Эй. Простите. Я даже не знаю, о чем думать здесь. Эй, извини. Я лучше ничего не буду говорить пока. Пока, до финала. Там посмотрим. Извини. Ну тут понятно все. Где же ты? Ну согласитесь, это маленько странно было вначале. Он их всех разворачивал и смотрел им в нижнюю часть, туда. А потом после этого у него... Еще тут такие полоски, типа стесняется, смущается. Ну давайте до конца досмотрим. Ой, а что написано здесь? А, это выступление типа «Мама 2015», и он его пригласил туда, я так понимаю. Tomorrow. Обратный отчет до премии «Мама». А-а-а. Слушайте, что-то непонятное здесь, действительно. Простите? Эй, извини. Ну вот как это понимать? Ну серьезно, как это понимать? Какая-то вот, я не знаю, мне не особо нравится вот эта вот миниатюра, которую они... И как-то вот на концерт он его пригласил, искал нам Джуна. Ну ладно, здесь я, может быть, что-то не понял, но как тут можно не понять? Ну вот здесь они поворачиваются к нему просто передом, и он просто в шоке от их... Ну вы понимаете. Фух. Блин, я, может быть, что-то не знаю, может быть, вы мне в комментариях напишите, объясните там что-то. Потому что это было как-то не то, что непонятно, а как-то даже вот... Что-то бред какой-то. Ладно. Всем спасибо за просмотр, друзья. Без негатива, пожалуйста, если я что-то не понял, но потому что это было жестко, действительно, как-то жестковато даже для меня. Вот. Если понимать, над чем вот он вот в такой ситуации охеревать может, если честно. Ладно, ну тут додуматься-то несложно, да, если смотришь, над чем он охеревает. Может быть, они поворачивались, он просто не ожидал, что они там как-то вот делали. Ну, ладно, честно говорю. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами, как всегда, был Флок. Пока. Never want back, never want